Дух Олимпиады привезли на Забайкальскую землю 27 февраля участники детского хора России. Утром коллектив вместе со своим руководителем Еленой Жигиной прилетел из города Сочи. Там им выпала большая честь выступить на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Встретили творческую группу в нашем городе тепло, по-домашнему. Поблагодарили за выступление, вручили подарки и попросили спеть прямо в аэропорту. Ребята не отказались. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Хор стал как большая дружно сплоченная команда. Все так сильно друг с другом сдружились, что нас теперь просто не разлучить. Да, даже расставаться было как-то тяжело. У всех слезы, истерика. В хоровой части выступления были задействованы самые талантливые дети из 83 регионов России. От Забайкальского края поехали 10 человек. Их отобрал московский хормейстер. Для детей это настолько интересно, настолько здорово, что ни один из нас после церемонии закрытия с сухими глазами с Олимпиады не вышел. Мы, конечно, все рыдали, вот мы все плакали, обнимались, целовались, прощались друг с другом. Собрать всех участников детского хора вместе практически невозможно, потому что живут ребята в разных уголках нашей страны. Однако Олимпиада в Сочи объединила не только этих детей, но и всю Россию. Лилия Демидова, Вадим Светлаков, ЗАП ТВ.